День рождения отмечает сегодня певица Мадонна. Ее альбомы продаются миллионными тиражами, а концерты собирают стадионы. Мадонна вписана в Книгу рекордов Гиннесса как самая коммерчески успешная певица в истории звукозаписывающей индустрии. Талант Мадонны был отмечен множеством престижных наград. Но кроме него певица обладает высоким уровнем интеллекта с показателем IQ 140. Как-то легендарный музыкант Дэвид Боуи сказал: «Если бы Мадонны не было, ее стоило бы придумать». Певица одна из многих, кто поддержал Украину в борьбе за свободу. Мадонна призывает весь мир остановить военные действия на украинской территории. 16 августа 1962 года родился талантливый украинский литератор Юрий Іздрик. Успех и признание пришли к нему с выходом в свет романа «Воцик». Следующая книга Іздрика «Таке» тоже имела колоссальный успех у читающей публики. Іздрик пишет постмодернистские тексты и пронзительные, искренние и мудрые стихи. Этот день 1896 года считают началом золотой лихорадки в Клондайке на северо-западе Канады. Первым большой самородок в русле Бананза Крик, притоке реки Клондайк, обнаружили американцы Джордж Кармак, Джим Мейсон и Чарли Доусон. Трое мужчин продолжили поиски. Как оказалось, в окрестностях было полно золота. Новость быстро распространилась. Немедля люди из разных уголков мира кинулись в Канаду искать драгоценный металл. В течение 6 месяцев около 100 тысяч золотоискателей устремились в Юкон, но только 30 тысячам удалось достичь цели. В итоге за 3 года массовой добычи было намыто от 13 до 20 миллионов унций золота. А каким будет 16 августа 2022 года, зависит от каждого из нас.